соответственно, здесь пониже, да? Ты отсюда начинаешь и идешь, и так это сравниваешь, чтобы было ровненько, как заборчик. Председатель Совета дома Алексей Горбонос проводит инструктаж для сотрудника управляющей компании, как должны быть подстрижены кустарники. На кону привлекательность дома. И чтобы соседи были довольны, главный по дому берет инициативу в свои руки, контролирует работу коммунальщиков. У нас налажены взаимоотношения с управляющей компанией на протяжении долгого времени. То есть, соответственно, у нас есть контакты напрямую, непосредственно. Все свои трудности, которые у нас происходят, мы, соответственно, выносим на обсуждение. Выстраиваем определенный план. Взаимодействуем, работаем по плану для выполнения работ, которые нам нужны. Подстричь кустарники, покрасить стены, провести генеральную уборку, а затем и дезинфекцию в подъезде. Все эти работы проходят под строгим присмотром старшего по дому, чтобы никакой халтуры и точно в срок. Например, в последний месяц жильцы требуют регулярно обрабатывать подъезды. Кто-то попросил, там в течение дня могут прийти дополнительно обработать. А так, каждые дома мы обрабатываем два раза в неделю полностью. И первые этажи, первые и вторые этажи обрабатываются ежедневно. Это вот то самое, что вы в данный момент сейчас увидели. Это ежедневная процедура, касающаяся каждого дома, каждого подъезда. Этот двор на улице Пожарского можно назвать образцовым. Во многом это зависит от инициативы и желания химчан жить в комфортных условиях. Александр Сергеев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.